Сейчас мы находимся в специально оборудованной спелеокамере, по-другому соляная пещера. Она работает в 4 режимах и позволяет подобрать оптимальную программу оздоровления, исходя из заболеваний пациента. Благодаря данному аппарату концентрация соли в камере может регулироваться. Для удобства самых маленьких гостей оборудована детская спелеокамера. Показания для применения. Аллергические заболевания, невротические состояния, вегетососудистая дистония, гиперактивность у детей и заболевания дыхательной системы. Для создания дополнительной релаксации и психологического комфорта во время сеансов включается успокаивающая музыка.